приветствуем вас сегодня здесь, в этом зале. И сегодня необычный вечер. Дело в том, что Талмуд утверждает, человек не станет петь без наличия двух сопутствующих обстоятельств. Хорошего настроения и доброго сердца. Петь сегодня будут только те, кто на сцене. Но я полагаю, что эти два обстоятельства, хорошее настроение и доброе сердце, должны присутствовать и в атмосфере этого зала. Я уверен, что эти два обстоятельства будут сегодня здесь обеспечены. Ведь сегодня здесь концерт уникального искусства, искусство, которому 3000 лет. Искусство, которое коренится в храме, в Иерусалимском храме, где уже тогда был большой оркестр, где уже тогда был большой хор, и где пели те самые песни, которые сегодня будут исполняться и здесь. Восточная мудрость говорит, если ты хочешь узнать душу народа, послушай его песни. Сегодня нам представляется эта возможность. И мы увидим душу нашего народа. Это поющая душа, это плачущая душа, но это душа, всегда взывающая и в минуты в радости, и в минуты горя к Всевышнему, к высшим силам, от которых зависит благополучие нас и наших семей, благополучие наших стран, благополучие руководства этих стран, в общем, то, что называется счастье. Сегодняшний вечер стал возможным благодаря очень многим людям. Я с удовольствием приглашаю одного из организаторов этого вечера, главного раввина Федерации еврейских общин России, раввина Берла Лазара, выступить перед присутствующими. Праздником, когда спрашивают, какой сегодня же праздник, сегодня ни Пурим, ни Симхастойра, какой же праздник? Но если мы говорим с праздником, явно, что есть праздник. Сегодня называется Рошхейдеш Одор. Рошхейдеш – это первый день в месяц, сегодня те, которые умеют смотреть в небах увижу сегодня новую луну. И мы, евреи, всегда считаем наш календарь по лунный календарь. И поэтому сегодня это большой праздник. Первый день в месяц Адар. И все знают, что Адар – это самый веселый месяц у евреев. Написано, что если человек есть суд, например, и суд он должен решит дата, когда это делает, пусть он это отложит до Адар, и тогда он знает, что он победит. Если у человека есть сделка, покупать дом, бизнес открывать, акции покупать или продавать, пусть он это делает в месяц Адар, и тогда он знает, что это будет удачно. Сегодня, когда мы начинаем такой веселый месяц, на котором написано «Мешенихнас Адар марбим бесимха», когда начинается месяц Адар, нужно добавлять в радости. Сегодня мы начинаем этот месяц по-настоящему, как настоящие евреи, с большой радостью. Я думаю, что вся Москва и вся Россия может гордиться с такой хорошей хасидской капеллой. Нет никакой хасидской капеллы сегодня в мире, которая приближается на уровне нашей хасидской капеллы. Я родился в Италии, такое маленькое местечко там, город Милан. Там в центре города стоит такое не очень известное здание, Ла Скала. Но, к сожалению, мне туда родители не привезли, поэтому я никогда не видел там оперу. Но, к счастью, я пришел сюда, в Россию, и уже не первый раз я нахожусь в такие прекрасные концерты. Такие прекрасные вечера, когда звучит еврейская музыка. Не итальянская, но настоящая еврейская музыка. Когда я думал, что это такое особое, стоят здесь 20 мужчин, я не умею петь, но я не понимаю, что особое, что здесь стоят такие люди и умеют петь так хорошо. Наверное, каждый из нас может делать почти то же самое. Идея здесь, в этой капелле, это идея еврейского народа. Если вы будете внимательно смотреть, я так думаю, вы увидите, что каждый из них поет по-другому. Один это сопрано,
второе это теноре, третье это басо, четвертое это ададжо. Каждый будет петь по-своё, но все вместе будет самая хорошая музыка. Это то, что есть. Мы знаем, что два евреи – это три мнения, три голоса. Когда все поют вместе, это мы будем видеть то, что делает, когда евреи вместе, что-то может делать еврейский народ. Мы все вместе мы можем подняться на такой уровне, что музыка будет звучать в центр Москвы, в центр России, и она пойдет до последнего уголок России, что каждый еврей, каждая община могла слушать и чувствовать, что это такое еврейская музыка. Я хотел дать мое маленькое благословение на этот концерт. Я уверен, что это будет удачно. И хочу от имя всех евреев в России, в Москве и даже не евреи благодарить, наверное, кантор номер один в мире, который его музыка звучит из Нью-Йорка до Южной Африки и сегодня тоже в Москве. Кантор Йосеф Малавани. Большое спасибо, я думаю, нас всех. И желаю вам провести вечер с большой радостью. И весь месяц, два месяца Адар будет только добавлять нам большой-большой радости. И когда уже придет Пурим, мы будем уже столько пьяны из этой радости, что даже водка не нужна будет. А с праздником, а гутен хайдеш! Уважаемые дамы и господа, Федерация еврейских общин России, Московский еврейский общинный центр «Марьина роща», продюсерское агентство «Жар-птица» представляют концерт еврейской литургической, хасидской и народной музыки. В концерте принимают участие Московский мужской еврейский хор, хасидская капелла, художественный руководитель и дирижер Александр Цалюк. Российский государственный симфонический оркестр «Молодая Россия», художественный руководитель и главный дирижер Марк Горинштейн. Солисты. Главный кантор синагоги на 5-й авеню в Нью-Йорке, профессор Ешива Юниверсити Йозеф Малавани. Лауреат международных конкурсов Гия Бешетаишвили. Михаил Рубанов. Хормейстеры Макс Кулиш, Михаил Ашуров. Партия фортепиано Андрей Туник. Организаторы концерта выражают огромную признательность за поддержку проекта посольству Соединенных Штатов в России. Спонсором концерта FSU Capital, компании Universal Music, еврейскому агентству в России, компании Liberty Toys, Аврааму Гасту. Информационные спонсоры – телеканал «Культура», газета «Московский комсомолец», газета «Известия», радиостанция «Эхо Москвы», радио «1». Дамы и господа, сегодня очень много замечательных, известных и просто очень хороших людей в этом прекрасном зале. Но нам хочется отметить, что здесь присутствует наш друг, директор Еврейского центра искусств Леопольд Каймовский, который был недавно тяжело ранен в синагоге, но, слава Богу, жив и здоров, чего и вам желает. Леопольд, покажите нам. Шее Хийон, музыка Махтенберга.
благодарственная молитва Всевышнему за то, что Он позволил дожить нам до этих времен. Солист Йозеф Малавани. Авдала, обработка Лангер, фрагмент богослужения в пятницу вечером. Солист Михаил Рубанов. Thank you.
Шенхар Венахи. Древняя грузинская народная песня «Жизнь, как виноградная лоза». Солист Гия Бешетаишвили. Yeah.
Тен Шаббат, музыка Зельцера, обработка Бешитаишвили. Дай субботу и мир в Иерусалиме. Партию фортепиано исполняет в нашем концерте Андрей Туник. Иерушалаим Ирхо, музыка Кусевицкого.
и в Иерусалим, город твой, да вернешься ты. Солист Йозеф Малавани. Oh!
Миша Берех, музыка Анциса. Тот, кто благословил отцов наших. Солисты Йозеф Маловани, Андрей Скиндер.
Всем шалом, музыка Химмельштайна. Даруй мир, благо,
и благословение. Солист Йозеф Малавань. ברכנו אבינו כולנו כאחד ביאר פניך. שלום כמו רחוק, כן בחסד ורחמים. עלינו, עלינו, ועל ישראל אמרכו. Shalom, 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 Shal
Кол Нидры. Центральная молитва судного дня. Keep on.
Бетейлине, умевуталине. Боже Лили, Беата Ямити. Нидерона. Such a warm atmosphere here tonight. Хеей импифиус, литургия на тексты псалмов, произносимых в дни покаяния, музыка Зильберца. Солисты: Йозеф Малованин, Гия Бешитыашвили, Анатолий Аколышев, Андрей Скендеров, Валентин Гутов, партия фортепиано, Андрей Туник. Vila Vesaja.
и изгадал хасидский кадиш, восхваление имени Всевышнего. Музыка Лео, еврейская колыбельная, партия фортепиано Андрей Дуник. Thank you.
Это были попурри на хасидские темы. Дамы и господа, сейчас будет перерыв.